Всем доброе утро. У нас новый день, новый влог. Мы собираемся с мужем ехать в город по делам. Постараюсь что-нибудь поснимать вам в городе, если получится. Полосна стирать. Блин, тут вот оторвали на полосе что-то, видите? Надо пришить ее дорожку. Ой, господи. Я, наверное, дреманулась часик, и все. Состояние, знаете, такое нестояние. Ну ничего. Мы сильные, мы справимся. Ладно. Приедем в город. Покажу что-то где-то. Поснимаю вам. Все, приехали в город. Идем в Сбербанк. Солнышко такое светит. Сейчас ходим в Сбербанк, потом в Фикс Прайс ходим. Потом в Фикс Прайс пойдем. Дорогие друзья, гуляем. Гуляем, гуляем, гуляем. Погода хорошая. Сейчас пойдем в магазин. Хороший называется так. А то скажет, идем в магазин хороший. Куда хороший? Папа себе пить взял. Пить захотел. Зашли в Фикс Прайс, забрали документы. В Сбербанке сделали. И идем. Тут ребята площадку красивую сделали. Сейчас покажу. Поближе подойду и покажу. Потому что еще недавно не было. А потом вот мы в тот раз со Света ездили. Вот эта площадка уже была. И сейчас вот она стоит. Нам бы вот на нефтяниках, да, вот такую площадку детям. У нас там нет вообще площадок. Там есть одна самодельная. А тут вот такая вот красивая. И горка вот эта зимой. Катаемся. Катаются дети. А мы вот в этот магазин пойдем. Хороший называется. Ладно, оставайтесь с нами. Сидим, ждем автобус. У нас тут парк делают. Тут раньше, да, вот хорошо было, скамеечки в парке. Сейчас все скамейки в парке убрали, как-то неинтересно стало. Да? Раньше можно было посидеть в парке, а сейчас не посидишь возле памятника. Скупились немножко, Маринки сандалики взяла. У нее маленькие стали сандалики, взяла за 200 с чем-то. 290, по-моему. Ну и так, остальные покупки вам все дома покажем. Сейчас сидим, ждем автобус. Автобус придет и поедем домой. Это у нас памятник ко Дню Победы, наверное, готовят. 22-го уже, говорят, будет это, День Победы. Делать. Вот, наверное, памятник к нему и готовят. Аллею к нему, дорожку. Все, ребят, мы приехали домой, сходили уже за покупками. Огурцы, помидоры купили. Сейчас все покупки, что купила, покажу дома. Но я сходила на почту, забрала две посылки, мне пришло китайских. Посмотрим, что там пришло. У нас, знаете, вот то, что я Свете заказывала шприц кондитерский для кремов, да что, все еще не пришло. Хотя заказывала еще куда, месяца два тому назад, больше даже уже прошло. И вот не знаю, что делать. Может, спор открыть? Потому что продавец все продлевает и продлевает доставку, а оно все не приходит и не приходит. А цена не маленькая, это шприца была. Напишите, как думаете, сделать мне спор открыть или что? С продавцом связываются, он говорит, ждите, придет, ждите, придет. И вот все, вот не знаю, что делать. Сейчас посмотрим, что здесь пришло. Ладно, иду домой, сейчас покажу вам обзор того, что мы заказали. Вот здесь вот дрова хорошие лежат. Надо тоже нам дрова заказывать. Березовые. На зиму хотя бы машину. И вот смотрела машина березовых. Дров лесом, если брать цельником, то получается 15 тысяч машина. Ну ничего, все равно надо как-то заказывать будет. Ну и еще многие писали, Настя, возьми себе, есть ли у вас формула мебели магазин. Да, ребят, у нас он есть. И я там смотрела, кухня мне одна понравилась.
около 13 тысяч стоит, очень красивые. Ну вот пока сначала окна будем вставлять, если деньги, конечно, останутся, ремонт, а потом уже посмотрим. Нет, так значит нет. Там будет видно уже все. Зашла еще в магазин, купила мороженого деткам разного. Детки иногда просят, но я, видите, стараюсь не покупать, чтобы не заболели, не дай бог. Ну, сегодня взяла. 15 штук последние забрала по 10 рублей. Фаворит мороженое. Ну, сейчас дома покажу покупки. Буду распечатывать, показывать вам и покажу все. Муж получил зарплату, поэтому мы сегодня закупились немного. Многие переживают, спрашивают, какое у меня самочувствие. Самочувствие у меня, ребята, не очень. Всю ночь не спавши. Утром вот я всем уснула. И до 10 я поспала. 10 в 11 я встала. Но, знаете, спала так чутко, все слышала. И поэтому состояние такое. Сегодня купила себе, ребята, пустырник. Как вы и советовали, буду пить по несколько капель. Капать и пить. Может быть, из-за этого полегчает. Дай бог, чтобы полегчало. Ладно, идем домой. Собирается сегодня ехать на рыбалку с братьем. С братом со своим. На улице хорошо, а дети дома сидят. Почему-то. О, Окся вышла. Владик, ты на рыбалку готовишься? А? Чё ты? Без колготок, без носков? Это что такое? Ну-ка носочки хотя бы одень. Ребята, все, пришла домой. Покупки сейчас покажу. Видите, сразу толпа собралась. Все ждут, когда я им все раздам. Ладно, показываю первую партию того, что купили. Потом вторая еще будет партия. Потому что все на стол не помещается. Так, первое, что показываю, ездили вот ради курицы. Сегодня хотим курицу запечь в духовке. Дети давно просят. Вот 3 штучки взяли. Дальше потом пакет помидоров, пакет огурцов. Сейчас сразу уберу, чтобы оно мне не мешалось. Дальше потом взяли абрикосы опять. Колбаску взяли, мясная. Это со шпиком. Потом Катин любимый чиабатта. На, Катя, убирай. Твой любимый. Потом хлеб белый, газировку, это я пить захотела. Потом ребятишкам взяла 2 вот таких вот какао, белый мишка какао и какао растворимый какой-то. Контрольная закупка, первое место. Потом зашла в аптеку, взяла пластыри, анальгин и пустырник 2 бутылочки. И также взяла влажные салфетки, это первое. Так, еще вот это вот покажу, чтобы детям сразу раздали. Тут у меня мороженое по 10 штук. Вот такой вот. По 10 рублей, то есть фаворит вот такой вот. Тут 15 штук, плюс укроп взяла еще. Держи, Катюша. Это первая партия покупок. Сейчас покажу следующие покупки. Так, ребят, показываю следующие покупки. Тут совместные магниты, фикс-прайсы разные. Так, в фикс-прайсе взяла вот такой вот гель для душа. Он по 55 рублей. Очень вкусный аромат. Дальше. Взяла тоник. У нас тоник закончился, да? Вот взяла тоник для лица, тонизирующий у меня, потому что он закончился. Но я, по идее, в этом заказала. Как он? Скажите вам. Не, я вам скажу. Фаберлик. Ну вот, на всякий случай еще такое взяла, потому что у нас очень быстро заканчивается. Дальше. Дальше. Взяла вот такие вот попробовать какие-то по 10 рублей воздушные лакомства. 3 пакетика взяла. По 10 рублей они стоили, поэтому взяла. Недорого. Потом дальше взял муж вот такой вот кофе на работу с собой брать. 10 пакетиков здесь. Также арахисовая смесь, наша постоянная покупка. Также памперсы для Вани. Мы ему только на ночь одеваем, так что не пишите, пожалуйста, ваши комментарии. Я знаю, что вы напишите. Дальше взяли Раптор, потому что вот которые я из Фикс Прайса брала, те не помогают, а этот Раптор уже взяли в магните, будем надеяться, что будет помогать. Потом взяли вот такой вот хлеб белый, буханка, и тостовый хлеб. Также взяли по акции вот такие вот казачьи колбаски, что-то по 70 с чем-то рублей были, вот такие вот в целом взяли. Также взяла пластыри. 20 штучек у нас сейчас. Детки, то один поранится, то другой поранится, поэтому пластыри нужны. Дальше взяли кетчуп. Сегодня курочку будем мариновать. Взяла вот такой себе йогурт, так и не выпила, потому что что-то не могу. Плохо себя чувствовала, но выпью, так и забыла про него. Дальше майонез
ряба провансаль. Также мой любимый зеленый чай с лимоном. Еще один чиабатта. Потом муж себе взял на работу 3 бич-пакета. Он редко такое покупает. Потом мы там купили вот такие вот 2 спрея. Мы, по идее, вот этот вот купили, а этот нам бесплатно отдали. Говорят, у него срок годности подходит. Также взяли батарейки в фикс-прайсе. Муж взял себе 2 рулетки. У нас эти рулетки постоянно куда-то теряются или ломаются. И взял он себе вот такой вот фонарик. Не знаю, как он по качеству будет, но вот в целом вот такой фонарик. И также вам не показывала еще. Взяла я Мариночке вот такие вот сандалики. 28 размер, надеюсь, подойдут. Сейчас померяет Мариночка и посмотрим, хорошо или нет будет ей. Ну, в целом, вот такие вот сегодня у нас закупки. Это вот еще раз повторяю, муж получил зарплату, и вот потихоньку закупаемся. Если вам понравилось, то не забывайте поставить лайк.